Добрый вечер, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите, вы меня видите. У нас все прекрасно со связью. Ага, отлично. Отлично. Так, сейчас я хочу спросить, есть ли у нас на вебинаре новички. То есть те люди, которые совсем недавно пришли в компанию и никогда не видели нас с Игорем. А вот сегодня мы вдвоем. Добрый вечер всем, кто хочет разбогатеть с Oriflame. Так, вот сегодня я вижу, у нас пришло Яна, много людей. И мы будем говорить о том, как стать богатыми, будучи ленивыми. Вместе с Oriflame Cosmetics. И мы будем сегодня говорить о рекрутинге, мы будем говорить о работе с возражениями. И вообще, мне хочется спросить вас, кто из вас хочет зарабатывать деньги с Oriflame? И деньги хорошие, деньги, ну, допустим, 300, 400, 500 тысяч каталог. Вы можете поставить вашу цифру, пока Ирина будет сейчас говорить, давайте с вами обозначим, все-таки какой доход вы хотели бы иметь. И вы напишите в чате, какой доход вы хотели бы иметь вместе с Oriflame, сотрудничать с компанией. Потому что у нас есть дистрибьюторы, которые зарабатывают $100 в месяц, и есть кто 10 тысяч долларов в месяц. Все это зависит от ваших желаний, от вашей мечты. И, пожалуйста, напишите вашу сумму. А мы потом разберем, кто из вас вообще зачем пришел на вебинар. Хорошо. Сейчас так, Ирина, вот Капустина, такое... это исполнительный директор Oriflame. У меня такое немножко просто вступление. Да, мы хочу показать вам один слайд, напомнить, что сейчас у нас просто шикарная рекрутинговая компания «Возьми свое», в которой вообще нет проигравших, да, все только выигрыши. И, конечно же, эта рекрутинговая компания не о том, как выиграть 100 тысяч, а о том, как зарабатывать в Oriflame минимум 100 тысяч. Я вам хочу показать вот такой вот слайд. Я это показываю не для того, чтобы похвастаться, это не моя заслуга, я показываю... Это моя заслуга. И не твоя, Игорь, заслуга. Я просто очень горда, что наша команда, причем вот вы видите сумму, на которую наши партнеры получили гарантированных подарков. Вообще в 14-м каталоге в нашей бриллиантовой команде, я не беру сейчас команду своих топов, потому что это у них уже отдельно своя статистика, пришло 1450 человек. То есть вы те, кто активно рекрутирует, вы пригласили 1450 человек все вместе. Мы одни никогда бы не смогли это сделать. И смотрите, сейчас вот... Я бы смог. За сколько у нас прошло? Ну... 3 недели, да, и здесь у нас полторы, ну, будем считать, да, за 5 недель, ну, даже еще не полные 5 недель, на сумму 1 652 750 рублей вы забрали гарантированных подарков. Это просто вообще супер! И еще осталось 1,5 недели для того, чтобы эту сумму увеличить. Причем, смотрите, вот здесь на этом слайде еще... Наши дистрибьюторы, да, наши консультанты, это Марина и Илья Перфилевы, у которых тоже на 1 247 720 рублей. И Елена и Дмитрий Рублевых, это тоже наши консультанты. Вот только Ольга Алексеева, это другая структура. Поэтому вы можете сложить 1 600 000, 1 500 000 и 1 200 000, и у вас получится... 3 миллиона, 4 там с лишним миллиона, да, рублей, только гарантированных подарков от Oriflame получила на 4 миллиона с лишним наша структура. Наша структура получила гораздо больше, потому что здесь вы видите только нашу бриллиантовую команду и еще команду двух наших топов. Двух бриллиантов. У нас сейчас 12 топовых лидеров, и у них тоже свои команды. Ну, в общем, сумма, если вообще по структуре взять, по всей структуре, то сумма будет колоссальная. Но к чему я это говорю? К тому, что кто-то активно воспользовался этим предложением, понимаете, компания инвестировала такие сумасшедшие деньги, а кто-то просто сидит и непонятно чего ждет. Но ведь рекрутинг — это то, что дает нашему бизнесу развитие.
Кто рекрутирует? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто получил гарантированные подарки за рекрутинг? Очень интересно посмотреть. Угу, вижу, плюсики. Плюсики уже пошли. Вот смотрите, вы знаете, что у нас есть план успеха, по которому можно развиваться. Ну, смотрите, давайте вот с чего начнем. И позвольте я, да, Ириска? Да, конечно. Значит, смотрите, какая, значит, еще раз давайте. Добрый вечер, Капустин Игорь. Я топовый лидер Oriflame. Работаю уже, может быть, кто-то впервые сегодня в нашем вебинаре. Я работаю с Ириной, сотрудничаю с нашей компанией уже 24 года. Наверное, уже скоро будет, сколько, в 96-м году мы подписали контракт. И все начиналось с того, что мне попал в руки каталог Oriflame. Вот такая книжечка уникальная. Знаете, вот... Старая очень. Почему старая? У нас не бывает старых каталогов. У нас бывает коллекция каталогов. Вот, старый, но, видите, вот, смотрите. Вот, кстати, отвлекусь, скажу, я настолько потрясен новым продуктом, это губная помада. Губная помада от Oriflame, которая не оставляет. Вы видели рекламный ролик Ирины? Кто видел, поставьте плюсики в соцсетях. Не оставляет следов. Представляете, красная, алая губная помада просто нигде не оставляет следов. Это находка, ребята, для мужчин. Кстати, вы приходите со встречи с одноклассниками, да? Весь, вся рубашка белая в губной помаде, щеки в губной помаде. Все, это ужас какой, что может представить себе, когда вы приходите домой, да? Вот. А тут вы пришли, вот на вас нету никаких следов, никаких отпечатков пальцев. Ну, это шутка, конечно, но на самом деле уникальная губная помада. И вы можете это просто сейчас продавать по всей структуре, просто только на одной этой губной помаде можно делать огромные деньги. А у нас еще есть другие продукты, которые Oriflame сейчас представил. Но это я отвлекся. А я вам хочу сказать, что я не видел больше потенциала чуда, чем наша компания. Вот смотрите, насколько... Еще одна хорошая новость. Да? Вы представляете, мы просто... Приятная новость. Магнус Бренстром прислал нам с Ириной письмо, и не только нам, а вообще по структуре, значит, те, которые должны были поехать на бриллиантовую конференцию, они получат денежные выплаты в связи с пандемией коронавируса. Почему? Потому что, ну, конференция сейчас отменилась из-за пандемии, но... Бриллиантовая исполнительная, да. Бриллиантовая исполнительная конференция, подчеркиваю. Те люди, которые квалифицировались на эти конференции и физически не смогли поехать из-за коронавирусной инфекции, мы, значит, получим компенсацию. Это не компенсация. Вернее, не компенсация, бонус. Вот такой вот, я не знаю, как называть это компенсацией, бонус, не знаю. Но я доволен... Однократная денежная выплата в связи с непоездкой на конференцию, Ира. Ну, какая разница, бонус, компенсация, я не знаю, что это, но компания... Бриллиантовую конференцию невозможно компенсировать. Почему? Потому что, естественно, что это личные впечатления от перелетов, поездки, размещения, общение с консультантами, с лидерами. И, конечно, собственные ощущения ничем не передать. Но в связи с такой ситуацией, что сложилась вот эта вот пандемия, конечно... Компания решила вот нас как бы поддержать и выплатит нам особую премию там ближе к Новому году. Ну, очень, очень неплохую в денежном эквиваленте. Но я отвлекся, мы сейчас будем говорить о ваших целях, о ваших зарплатах, доходах, вернее, у нас нет зарплат, доходы. И о том, как этого достичь. Почему? Потому что я вот понаблюдал в этом самом, в чате, и очень интересное наблюдение, вот люди пишут, да, я хочу 600 тысяч в каталог, хорошие деньги, правда, вот амбиции людей, да, значит, 600 тысяч, хороший доход, вот это вот, я считаю, люди действительно хотят зарабатывать. Дальше листаем, что мы имеем, кто что хочет, о чем мечтает, ну тут у меня чат чуть-чуть, так, вот, Сергей Добуляк, 1 миллион в каталог, отличные амбиции, да, 100 тысяч, но это в 10 раз меньше, чем, тут у нас что, мне бы 50 тысяч было бы отлично, а сейчас только 15-20 тысяч. Ну, 50 тысяч, это, конечно, большие мечты. Вот кто о чем мечтает, то так и зарабатывает, да? Поэтому, ну, неважно, какая бы у вас ни была мечта, 50 тысяч рублей, чтобы выживать, или миллион, чтобы жить хорошо, для этого вам понадобится
рекрутинг. Почему? Потому что вы не добьетесь успеха в одиночку. Никогда во многоуровневом маркетинге, в сетевом маркетинге никто не добивался в одиночку. Не унести вам всех продуктов Oriflame на рынок в одиночку в собственном рюкзаке. И не сработать вам на рынке небольшой командой, чтобы зарабатывать большие деньги. Поэтому вам понадобится несколько бизнес-процессов, о которых сегодня будем говорить. Итак, я немножко вернусь к своей истории. А почему к истории? Потому что начиналось все с того, что я, как говорил, уже принес вот этот каталог. Или каталог, как вам будет удобно, да? Мы с женой полистали его, приехали, что называется, в офис, послушали лекцию, и нам там объяснили, что есть несколько моментов, как вы можете зарабатывать. Первый момент, вы можете использовать продукцию, второй, вы можете реализовывать продукцию частным клиентам и зарабатывать розницу. Но если вы хотите 600, 700, миллион в каталог зарабатывать, вам понадобятся дистрибьюторы, консультанты, потребитель в вашей структуре, и вам понадобятся такие ребята, как лидеры. Да? Лидер. Кто такой лидер? Лидер – это человек, который берет на себя ответственность за свой собственный бизнес и не полагается ни на кого в этом мире, кроме собственного желания, энергии, маркетинга, и, собственно, оценивает свою деятельность Oriflame как собственный частный бизнес, в котором он должен работать практически ежедневно. Так, если бы он работал на предприятии, на собственном малом предприятии. По сути дела, у каждого из нас малое предприятие, да? Маленькое предприятие, кадровое агентство по набору для кадров для Oriflame в свою структуру, в свою команду, по набору партнеров, да, партнеров. Вот. И когда мы это поняли тогда с Ириной, да, мы начали, собственно говоря, рекрутировать. Что такое рекрутинг? Давайте, ну это слово такое, если брать смысл этого слова, рекрутами называли солдат в древние времена, когда призывали их, вот ловили и призывали в царскую армию рекруты, солдаты, да, но со временем это слово появило еще очередной смысл. Это просто завербовать, зарекрутировать, привлечь к какой-то либо деятельности, да. Вы можете использовать любую терминологию. Я люблю рекрутинг. Почему? Потому что это как-то вот у нас обосновалось в компании уже за многие десятилетия. Вот. Но вообще-то вы можете использовать более мягкие такие приглашения в бизнес, приглашения к сотрудничеству и так далее. И какие инструменты у нас есть для успеха в этом бизнесе? Первое, конечно же, это продукция. Продукция, которая производит Oriflame. Великолепные продукты, которые продаются на рынке. Косметический рынок огромный. Это энергоемкий, потрясающий рынок, который всегда был в первых в топах по объему продаж, по востребованности, по желанию людей покупать, да, потому что это не только декоративная косметика, женщины, которые хотят хорошо выглядеть, прекрасные наши женщины, да, и это люди, которые имеют необходимость использовать средства гигиены. Вот. У нас есть продукты для контроля здоровья, веса и так далее, и так далее. То есть у нас около 1000 наименований, которые на рынке покупают каждый божий день. Представьте, что рынок потребляет это каждый. Еще прибавьте сюда, что не только наш бренд присутствует на рынке. Сколько косметических компаний, если мы начнем загибать пальцы на руках и ногах, нам не хватит, да? Сколько косметики разных брендов идет на рынок. И мы являемся сегодня лучшим предложением на рынке. Это и независимость экспертизы, и отзывы. И Oriflame выходит сейчас на одну из самых первых позиций по предложению качественной продукции и инновационных продуктов. Ну, далеко не надо ходить, вот эта губная помада просто потрясла. Как так губная помада даже на бокале не оставляет следов, не оставляет следов на салфетке белой, на рубашке, нигде. На щеке нигде не оставляет. Но это в то же самое время это губная помада. Вот представь, у кого такая еще есть губная помада? Вот. Поэтому у нас есть инновационные продукты. У нас есть рынок людей, которые это потребляют. У нас есть рынок людей, которые хотят с нами зарабатывать. У нас есть маркетинговый план комиссионный, который перед вами сейчас, вы наверняка его видите. И вы можете зарабатывать с помощью этого маркетингового плана. Вы видите, тут просто вот ступенечки этих выплат 100 тысяч, 200, 400, 600. Но надо понимать, что эти выплаты — это только за звание на погонах, да? А сам маркетинг работает от продаж, которые, собственно говоря, делает ваша структура. Но структура, понимаете, в чем дело? Как
любой вопрос, который возникает у новичков, да вообще любого консультанта, где брать людей, как рекрутировать, как работать с возражениями, и самое главное, как сопровождать команду, как работать с организацией, и как мотивировать их таким образом, чтобы они действовали в структуре как предприниматели, не как потребители. Нам-то все нужны, конечно, и потребители, которые будут просто что-то покупать иногда. Но если вы хотите команду лидеров, если вы хотите 100, 500, 700 тысяч рублей в месяц, вам понадобятся лидеры, люди, которые с вами или без вас, в амбициях заработать, у которых есть собственного эго, которая имеет предпринимательскую жилку, которая каждый день работает не на вас, а имея, хотят свой успех. И они, конечно, являются тем движителем в вашей структуре, который будет превратить ваш бизнес в долгоиграющий, многопродающий. И, соответственно, вот те доходы, которые вы хотели, они, собственно говоря, у вас появятся. Итак, начинаем нашу, как говорится, вебинар и рекрутинг. Где брать людей? Вот сейчас у нас на вебинаре присутствует достаточно большое количество людей, которые точно рекрутируют, или рекрутировали, или сейчас рекрутируют, или приглашают в наш бизнес красивый, или только подписались, будет сейчас начинать. Но кто-то уже как-то пробовал. Напишите в чатах ваши методы рекрутирования. Давайте мы сейчас разберем, что вы используете, да, какие методики. Когда у кого какой рекрут, история рекрутинга случилась, например, на этой неделе, на позапрошлой неделе. У кого есть новички, но я надеюсь, что вы сегодня пришли на этот вебинар, на эту встречу с вашими новичками. Но меня интересует, какие вы используете методики. Да? То есть, другими словами, как, где брать людей, что вы. Хорошо, да, вот пошли уже у нас... Так, пошли у нас теплый рынок, да, но мы должны сейчас будем, что такое теплый, что такое горячий, что такое холодный, что такое замороженный. Вот, надо разобраться в нашем птичьем языке, объяснять новичкам через продукт, соцсети и так далее. Ну вот, значит, с теплым кругом. Да, давайте начнем с самых начала, да, что мы рекомендуем с Ириной, когда у нас появляется новичок. Ну, первое, конечно, самый простой для него, да, если вы на него вывалите кучу информации и методик работы, значит, которые он должен применять, уже продвинутый, ну, он может, как что он говорит, чашечка переполнится, он подумает, что это для него тяжелый бизнес, и надо что-то отсюда быстрее лыжи навострить. Поэтому первое, что мы рекомендуем, это теплый рынок. Что такое теплый рынок? Давайте вспомним. Теплый рынок это наши знакомые, это люди, которых мы знаем, это родственники, это друзья, это одноклассники. По сути, теплый рынок это тот круг людей, с которыми мы с вами по жизни знакомы, прямо или косвенно. Да? Близкие друзья, может быть это не совсем близкие, но когда-то вы учились вместе в школе или в вузе. Или вы просто иногда общаетесь в соцсетях, там друг другу приветы и так далее. Другими словами, это список людей, список знакомых, которых вы знаете. Любой человек, который достиг среднестатистического возраста там, 25-30 лет и выше, у него в своем круге общения до 70, у некоторых до 100 имен в своем вот этом теплом круге существует. Да? У него найдется такие имена, такие люди. И этот список, первое, что мы даем задание, это, конечно, составить этот список знакомых. Не просто, да, у меня есть, да, я знаю там 5 человек, да, у меня есть записная книжка в телефоне. У нас вот именно нужно составить этот список. Именно вручную. Почему? Потому что если просто вы будете, что у меня гипотетически в телефоне есть список от знакомых, я когда-нибудь позвоню, у вас не будет этот, значит, законченный формуляр, законченное видение или вот сведенное, да, как бы общая картина, сколько же у вас этих людей. Вот поэтому я рекомендую составить все-таки такую таблицу, не полениться, которая номер по порядку, фамилия, имя, отчество, потенциальный консультант, телефон, потенциальный дистрибьютор, там несколько граф, которые вы можете просто примечания писать, но этот список 70 имен будет перед вами. Для чего он вам нужен? Это потенциальный рынок и потенциальные ваши или партнеры по бизнесу, которые у вас пойдут в первое поколение, да, или это люди,
который будет что-то купит у вас. То есть это тот рынок, с которым каждый человечек соприкасается. Но надо помнить о том, что у каждого из этих имен, которых вы составите, есть такой же список имен, да, из 70-100 человек. И вы можете попросить очень таким способом разным, деликатным, да, рекомендации. То есть, если, например, вам человек отказал или думает, вы можете просто задать вопрос своему знакомому, а кого ты знаешь, кого могло бы заинтересовать высококачественная косметика или дополнительный доход, или, может быть, кто-то из твоих знакомых хотел бы заработать и так далее. То есть, вы можете пользоваться списком знакомых, но гипотетически этот список у вас до 1000 человек, потому что у каждого из знакомых есть свой такой же список знакомых. А вот теперь как это все связать вместе? Как это заставить работать? Значит, дело в том, что цепочки рвутся, да, по одной простой причине. Потому что дистрибьютор, если и вы отработали как спонсор с ним до такого состояния, что он все-таки составил этот список знакомых, то он, как правило, не обладает теми навыками и умениями, каким образом и о чем поговорить с этими людьми. Да? Как правило, ошибку как совершают спонсоры начинающие? Они просят составить список знакомых своего новичка и потом говорят, ну ты прозвони по этому списку, да? Вот. Там предложи им или косметику, или зарегистрироваться в Oriflame. Ну и получишь своих 5 консультантов. Так вот, когда сам консультант, новичок начинает звонить, и столкнувшись с первыми возражениями, с первыми какими-то самоотводами этих людей, аргументами, почему они точно этим заниматься не будут, вот, и этот человек получает, ваш новичок, что? Отрицательный опыт, да, то есть он получает негатив, то есть если у него из 70 человек один зарегистрируется, это будет для него успех. А так, в принципе, все 70 по каким-то причинам, по, как говорится, самоотвод дадут ему. Поэтому очень важно вот на этом этапе, организовать так называемый каскадный треугольник. То есть вы как спонсор, ваш новичок и вот этот человечек из списка. И вы посадите вашего новичка рядом, если сейчас не позволяет вот эта самоизоляция, где-то, где вы находитесь, да, то вы можете посадить его рядом, в кавычках, говорю, рядом через Zoom, через вот эту специальную программу, где вы можете просто онлайн общаться, да, то и на это собеседование из этого списка новичок может позвать в Zoom вот этого вашего кандидата на консультанта, да, и вы проведете такую трехстороннюю как бы встречу, презентацию. Почему это важно и это имеет двойной эффект? Во-первых, ваш новичок увидит и услышит, как вы разговариваете с потенциальным кандидатом, да, получится у вас, послушает. То есть, другими словами, по списку знакомых идет не новичок, а его спонсор. Вот в чем секрет успеха, да, когда вы проходите как спонсор по списку новичка, ваш новичок, видя, как вы разговариваете, из этого списка получит из 70 человек 5 новых консультантов прямо из этого списка. И он будет, во-первых, почему это будет супер эффект иметь, потому что новичок увидит положительный эффект из его же списка, что люди зарегистрировались под него, естественно, под новичка, да. Вот. У него будет положительный опыт, он услышит и увидит, как вы это работали с этими людьми, и, соответственно, получит позитив, и это утроит его силы, энтузиазм на то, чтобы действовать дальше. Да? Вот. И дальше из этих 5, которых вы по списку знакомых новичку подписали, выходите сами лично как спонсор, да, уже ко второму поколению. И начинаете работать с этими 5. Рекомендую им составить такой же список. Представляете, так можно по списку знакомых до 3, 4 там уже построить организацию, директорскую группу. Вот так вот нужно отрабатывать. Но это только один из методов. И много методов, вот Ирина сегодня вам расскажет несколько методов, как рекрутировать. Я сейчас слово передам, а потом снова возьму. Мы вместе. Вместе, да, мы всегда вместе. Сейчас надо добавить вам. По списку знакомых ясно всем? Поставить плюсик, если вам ясно. По списку. То есть спонсор звонит, не новичок, спонсор звонит по списку. Ясно вам, как это отрабатывает методика по списку знакомых? Кто-нибудь работает по списку? Вот, молодцы.
Смотрите, ну сейчас, наверное, особенно важна информация для новичков, вот те, которые недавно зарегистрировались. Когда даешь такое задание, составить список знакомых, большинство людей сначала впадает в ступор, да, когда говоришь там, составь список из 100 человек, у меня, и сразу у меня нет столько знакомых. Но когда просто садишься и начинаешь вспоминать, да, там, где, с кем учился вместе, соседи, с кем вообще общаешься по жизни, да, не очень близкие знакомые, ну, то есть, тем не менее, взрослый человек может легко составить этот список. Но есть второй момент. Новичок сразу же в голове у себя рисует: так, вот этому звонить не надо, вот Машу я написал, но ей звонить не надо, потому что у нее и так все хорошо. А вот это вот Петя, он занят на трех работах, ему тоже звонить не надо. И вот, ну то есть, когда новичок решает, а чаще всего это самая распространенная ошибка, то есть заранее уже все как бы решил, что никто этим заниматься не будет. Вот ваша задача — составить список знакомых и не решать за других людей. Почему? Потому что вы никогда не знаете, о чем человек думает и какая у него ситуация, и бывает, что внешне все, ну как бы вроде все нормально, да, но у человека на самом деле могут быть масса проблем, ему нужны деньги. Кроме того, иногда тоже говорят: ну нет, вот там Маше не надо звонить, потому что она не общительная, вот она точно не подойдет для такого бизнеса. Ну, вы знаете, за немного лет работы оказывается так, что те люди, которые, казалось бы, они очень хорошо умеют говорить, они могут не преуспевать и вообще могут уйти из бизнеса. А те люди, которые, казалось бы, да, ну вроде бы как и не должны были преуспеть, они преуспевают. Поэтому очень важная задача — ни за кого не решать, да, просто тупо предложить этот бизнес всем. Сначала с вашим спонсором, потому что вы должны посмотреть, как это делает ваш спонсор, а потом уже это делать самостоятельно. И знаете, сейчас вот все люди мечутся, вот как рекрутировать, где брать людей, у меня люди закончились. Но на самом деле люди не могут никогда закончить. И список знакомых никогда не заканчивается, если вы просите рекомендации. Да, вам, ваш знакомый, вот, например, как нам, когда мы только пришли, большинство людей сказали нет. Да, ну, давайте там, вы что-то вот добьетесь, потом мы к вам придем. И мы за вот много-много лет, да, обращаемся даже к своему старому списку. Эти люди, которые не подписали сразу, но они потом пришли позже. Эти люди, которые сказали нет, там, мне ничего не надо, я всегда говорю: ну хорошо, видимо, тебя все устраивает, хорошо. А скажи, пожалуйста, ну, может быть, у тебя кто-то есть в окружении, кому сейчас очень нужен дополнительный доход? Ты можешь мне дать рекомендацию? Я просто прошу телефон. И звоню сама, да, там: Марья Петровна, здравствуйте, мне вас порекомендовала ваша знакомая Тамара Петровна. И делаю предложение по бизнесу. Что такое Маша? Маша — это условно. Маша — это знакомая. Через Машу. Вот Марина пишет: через Машу выросла директорская команда. Безусловно, вы знаете, вот у нас самые лучшие лидеры — это те люди, которых мы знали, они пришли по списку знакомых или знакомые наших знакомых. Поэтому не стесняйтесь брать рекомендации. И не стесняйтесь обращаться много раз. Мы некоторых людей 8-10 раз приглашали в бизнес, они отказывали, но потом регистрировались. Кроме того, смотрите, еще мы все время забываем, да, то есть когда люди пишут список знакомых, они сразу же пишут тех людей, у которых есть телефоны, да, ну, с которыми они общаются, и как бы есть телефоны. Не забывайте о том, что у нас есть сейчас соцсети. И даже если вы не знаете телефоны, допустим, вашей одноклассницы, однокурсницы, но вы знаете имя и фамилию, то всегда можно найти этих людей в соцсетях.
и обратиться к ним там. И это, кстати, классно работает. И список знакомых вы будете пополнять все время, он будет пополняться. Почему? Потому что мы живем в социуме. Мы каждый день общаемся с людьми под разными предлогами. Да, у нас есть дети, которые ходят в детский сад, в школу. Мы вынуждены решать какие-то свои вопросы. Мы обращаемся к людям, мы приходим в банк. Либо, если мы не приходим, все равно мы общаемся со своим там банковским менеджером по телефону. И этим людям тоже можно сделать предложение. Просто почему-то большинство людей вообще даже не думает об этом. Кроме того, вот есть у нас такое понятие, как еще холодные контакты. Что такое холодные контакты? То есть это те люди, которых мы никогда не знали. Это я, специалист по холодным контактам. Да, у Игоря есть несколько волшебных фраз, которые... Значит, ну, смотрите, сейчас... Благодаря сейчас, которым завязывается разговор. Сейчас есть такая специфика, да, вот с этими, как бы... Я думаю, что это пройдет, там, разработают... Почему все время компьютер косит глазом? Ну, вот, смотри. Ну косит. Нет, и косит. Как ну... имя поймать? А, вот, я нашел все. Картинку, все. Привет еще раз. Значит, смотрите, когда у вас эти все знакомые закончатся, вот в этом списке, это... теплый рынок, так называемый. Почему его называем теплым? Да? Потому что это тех, кого знаете. Вот. Но у нас еще есть с вами вторая вещь. Это холодные. Это все условные названия, чтобы вы, новички, там, если есть, не пугались. Условные названия. Потому что холодный рынок, это перетекает в теплые. Люди, с которыми вы познакомились. Я до Oriflame знал 10 человек. Сейчас меня знают тысячи по стране. И я многих лидеров знаю, дистрибьюторов. И, конечно, этих людей я бы не знал, если бы у меня не было бы повода каталога Oriflame, да, и продукции, и возможности Oriflame. То есть у меня бы не было смысла с ними знакомиться, я не знал, по какому поводу я бы, они бы меня знали, я бы их знал. Поэтому весь этот холодный рынок, так называемый, он сейчас для меня теплым. То есть вы будете просто заниматься перекачкой из холодного рынка людей в себе в теплый круг. Да? И у вас есть повод, каталог Oriflame, возможности Oriflame. И вот где брать людей, когда так, ну, условно закончились те самые теплые контакты, вы прошли по всей, с новичком по списку, вы прошли по своему списку знакомых, и, соответственно, у вас появляются возможности брать людей с незнакомого, да, вами рынка, то есть людей, которых вы просто не знаете. Но иногда бывает так, что и незнакомые люди будут работать гораздо эффективнее, чем, например, ваш родственник или брат, или сват, или, например, просто друг, на которого вы делали ставки, что вот он точно возьмется вместе с вами за это великолепное дело, и построите вы организацию, будете вместе ездить на конференции. Однако бывает это совсем наоборот, что человек, который встретился с вами в лифте, вы вместе поехали, да, и этот человек и перевернет всю вашу жизнь, став лидером вашей организации. Но при одном условии, если вы к нему обратитесь. Если вы просто наберете воды в рот и будете проедете в лифте значит, с человеком до первого этажа, вы идете, разъедетесь по разным причинам в разные стороны, вряд ли он станет никогда-нибудь узнать про... Не, он, кстати, может узнать про Oriflame от своего знакомого, да? И иногда бывали у нас случаи, что люди даже, которых хорошо друг друга знали, но не сделали предложение по Oriflame, видят своих потом... консультант, вернее, своих знакомых в других структурах, да, кто-то им другой сделал это предложение, ведь рынок пустой не бывает, имейте в виду, если вы спите и ничего не делаете, это не значит, что все спят остальные, никого не рекрутируют. Так вот, на холодные контакты. Первое из холодных методов работы и рекрутинга, это, конечно, разговоры с незнакомыми людьми. Сейчас, конечно, имеет свою специфику рынок, вот этот карантинная самоизоляционная тема спорная, да, там мы столкнулись впервые с этой пандемией, и весной еще правительство не знали, что с этим делать, было жесткое закрытие карантина, и, конечно, коммуникации с людьми были немножко ограничены, но сейчас это другая тема. И как бы люди общаются и ходят, естественно, что используя индивидуальные средства защиты, маски, там, перчатки, но никто не запрещает поговорить. Да? И первое, с чего мы вот, значит, из моей практики, да, например, как я зарегистрировал одного из своего директора прямо в своей парадной, мы жили, значит, на улице Беговой. Я жил на 8 этаже, ехал в лифте, и у меня была в руках пенка для ванны, персик. Это был такой у нас продукт.
в Oriflame персик для ванны, пена для ванны с персиком ароматом. Я просто сел на восьмом этаже, вез этот, два этих персика, я вез своему клиенту. Я их взял, в руках держал и вот в мешке вез. И между восьмым этажом и первым, на пятом, двери открылись, и вошла женщина, которая просто, значит, ну, подсела ко мне, как спутница, для того, чтобы доехать до первого этажа. И я просто открыл один из шампуней и говорю: вы знаете, почему вы в нашей компании не работаете? У нас такие великолепные продукты. Посмотрите, как пахнет. И я дал ей просто понюхать этот парфюм, пенку для ванны персиковую. И пока лифт ехал до первого этажа, это была самая... Невероятно мой рекрутинг и продажа одновременно. Почему? Потому что пока я доехал до первого этажа, у меня купили все-таки вот эти два персика для ванны, и я зарегистрировал ее в первое поколение. Вот, и я потом поднялся опять на восьмой этаж, чтобы взять снова две пенки для ванны. Для чего? Потому что это я продал, а я вез клиенту это. Вот. И когда я выходил из лифта, из парадной, она, эта женщина, садилась с подругой в машину и говорит: слушай, невероятный мужик в лифте приехал, не только втюхал два шампуня, но еще зарегистрировал меня в компанию. Вот. И вот это была самая невероятная моя продажа, рекрутинг. Ну, я много рекрутировал, но вот это как, чтобы пока лифт идет, получить консультанта и заполучить, еще сделать розничную продажу, это, конечно, было вдохновением. Я на крыльях улетел дальше на контакты делать. Вот. Другими словами, что я сделал в этом лифте? Смотрите, какой момент, кто из вас подметил, да? Я как только увидел человека, который был в радиусе со мной в 2 метрах, я у него спросил: добрый день, а почему вы в нашей компании не работаете? У вас такие умные глаза. Или: а почему вы в нашей компании работаете? У нас такие великолепные продукты, и вы могли бы с ними заработать много денег, да? И понюхайте, как пахнет. Тут же дал не только в уши вошел человеку, да, но и в органы осязания, да. То есть она получила аромат персика и предложение работать. Ну, я не знаю, что сработало. Может быть, аромат персика. Вот это называется личные контакты. Есть несколько фраз, которые я всегда использую, как только в радиусе 1-2 метра ко мне появляется человек. По разным поводам. Это может сосед в лифте ехать. Ну, совсем недавно. Это было этот... Нам стекло привезли. Значит, у нас на даче, где я сейчас сижу на самоизоляции, сквозняком хлопнула дверь. И у нас такие большие окна, ну, стекла в этом самом, в двери. Ну, и стекло выпало и разбилось. Вот, грохот, хохот, я бегу, смотрю, стекло разбилось. Ну, мы собрали, я позвонил в фирму, и привозит мне, значит, девушка на машине стекло. Я размер сказал, она мне дала это стекло, я заплатил, перевел ей онлайн деньги. И спрашиваю у нее: девушка, почему в нашей компании работаете, у вас такие умные глаза? Вот, ну... Из-за маски было видно только глаза. Глаза умные. Вот. Я сказал, она говорит: а что за компания? Я говорю: давайте я в WhatsApp скину свой сайтик мой, и вы почитаете о нас. Ну и я вам несколько видео в YouTube скину про нашу компанию. Ну и потом созвонить, что вы по этому поводу думаете. И, к счастью, стекло, которое она мне вырезала, я ошибся в размерах, оно не подошло. Оно длиннее на 5 сантиметров, представляете? Я в шоке. Ну вот она уехала, и мы с ней несколько раз общались, я отдавал стекло, она его резала, опять я там ошибался, опять пока я вставил это стекло, ну не стекольщик я, но я все-таки вставил это стекло. И вот эта Алла, вот сейчас она смотрит у меня эти видео, она уже заинтересовалась, мы с ней беседуем, я ее веду. И, соответственно, вот контакт сам ко мне пришел через стекло. Я не говорю бить стекла в своем доме, а то некоторые сейчас подумают, что нужно бежать, разбить все стекла и заказать все стекольщики. Вы поймите такую вещь, что вы всегда общаетесь с людьми по разным поводам. Вот, например, купил я тумбочку под телевизор. Купил на даче новый телевизор, Samsung такой большой, это самое. Но мне нужна была тумбочка для этих там PlayStation и все. Вот, заказал на сайте тумбочку. Привозит мне тумбочку, я у него спрашиваю: почему в нашей компании не работаете, у вас такие умные глаза? Ну, это экспедитор, который на машине, значит, дом там какой-то, Вимос или Димос называется, не помню.
Вот, он, я у него взял телефон, он, значит, поехал, я ему на WhatsApp кидаю предложение, все то же самое по кругу. Ну и потом я еще поругался, потому что тумбочку мне привезли, продавался на сайте в сборном виде, а ее привели в 75 деталей в разборном виде, и я никогда не, я не сборщик мебели. Вчера я потратил 8 часов, но гордо собрал эту тумбочку и взял один телефон, да. То есть я к чему это говорю? Я вам говорю, что вы всегда среди людей, и многие проходят мимо своих лидеров будущих, да, просто мимо. За спиной вашей, может, по разным банальным случаям, это вот тумбочка, стекло, это все наше, мы среди людей, поймите, мы всегда, любой продавец мороженого, любой, кто вам что-то привез, заказ на дом, доставка еды сейчас, да, любой человек может оказаться вашим будущим бриллиантовым директором в вашем первом поколении. Понимаете? Но я в том, но только в одном случае, если вы с ним заговорили про Арифлейм. Поэтому я вам рекомендую, чтобы зарабатывать 300, 500, 700 тысяч в месяц, вам понадобится с людьми разговаривать про Арифлейм. Не про какие любые темы, не про коронавирус, не про политику, никто выиграет в Соединенных Штатах президентские выборы. Ничего это не приносит денег, только отнимает. Вам нужно будет на несколько лет забыть любые другие темы и говорить про Арифлейм. И работать с возражениями. Люди вам говорят, почему они не будут с вами работать, аргументируя, и, как правило, за этим все время стоят какие-то скрытые их вопросы. Да? Кстати, мы сейчас тоже поговорим про возражения. Запомните, никогда вам никто не возражает. С вами всегда все соглашаются и всегда хотят зарегистрироваться и работать с великолепной косметикой, с прекрасным маркетинг-планом и расти вместе с вами в бизнесе. По одной простой причине, почему мы получаем отказы и почему люди не регистрируются. А потому что они обладают определенными незнаниями по этому вопросу, то есть они не знают, а чего больше всего боятся люди, как говорил классик, неизвестного, да? Дайте людям побольше неизвестного, и они точно не будут этим заниматься. Поэтому ваша задача рассказать им грамотно. Мы как сказал Роберт Афьорник, основатель нашей компании, мы высокооплачиваемые рассказчики. Наша задача грамотно и правильно рассказать про бизнес. И тогда за вами пойдут сотни и сотни людей. Поэтому, значит, почему люди отказываются? За каждым возражением вам стоит скрытый его вопрос, его комплексы, его неумение, незнание, отсутствие навыков. И так как это все для него неизвестно, у вашего кандидата, соответственно, он вам либо отказывается, либо идет думать. У вас же наверняка были люди, которые думают или отказывают, да? Вот, и у меня о них постоянно. Сейчас Ирина вам добавит перцу. Вернее, этого знания. Я не перца хочу добавить, я просто хочу, чтобы вы сконцентрировались, не распалялись. Вот поставьте, пожалуйста, в чате, ну, давайте поставим циферку 5. Те, кто честно отработал свой список знакомых. Вот написал список из 100 имен. И отработал. Ну, те, кто новички, понятно, что со спонсором, а те, кто уже не новички, уже могут это сделать самостоятельно. Просто поставьте, пожалуйста, вот пятерочку. Сергей поставил четверочку, значит, не до конца отработано. Вот я вам честно скажу, что такой простой, казалось бы, простой метод, да, все что-то какие-то новые технологии, да, вот новые методики, лучше всего сейчас работает это список знакомых. Гораздо проще и быстрее можно получить человека, потому что наши знакомые, ну, все-таки они нам доверяют, да, ну, и вы поняли уже, что этот список может продолжаться до бесконечности, потому что, если вы берете рекомендации, вы не знаете уже людей, ваших людей, и вот новичкам я вообще вот прямо рекомендую настоятельно, прежде чем приступать к каким-то другим методикам, отработайте, составьте и отработайте вместе с вашим спонсором список знакомых. Вам это хватит. Я уверяю вас, вот 3-4 месяца работы, если вы за это возьметесь. Причем список знакомых, да, то есть помним, что это не только тех людей, которых мы знаем телефоны, но и также соцсети. Вообще, я уже говорила, что вот по знакомым именно приходят самые классные, получается, самые классные партнеры. Смотрите, второй у нас есть, то есть первый список знакомых, да, очень важный инструмент, один из самых главных. Второй важный инструмент – это наш с вами каталог.
И очень много людей пришло в бизнес именно через продукт. Все люди, вот каждый мой новый клиент, который мне делает заказ, я обязательно ему предлагаю бизнес. Почему? Потому что я знаю, что очень много людей знает Oriflame, да, что это косметика, но люди не знают других возможностей. Вот Евгения пишет, что пришла через продукт. Давайте посмотрим, что мы можем предложить людям. Деньги, безусловно, да, это важно. Немедленный доход, немедленную прибыль мы можем прямо сейчас дать, это доход с продаж. Мы можем людям предоставить возможность работать по свободному графику. И это очень хорошо подходит, например, мамам, у которых есть маленькие дети. Это очень удобно работать из дома. Мы можем предложить стиль жизни путешествия. Мы можем предложить качественные продукты. Мы можем предложить здоровый образ жизни, мы можем предоставить личностный рост, мы можем предоставить возможность вести семейный бизнес. Например, мы вот с супругом, мы много лет вместе в бизнесе, и у нас действительно это семейный бизнес. То есть не забываем о том, что мы должны делиться с людьми вот всеми возможностями, которые существуют. И проще всего заговорить с человеком, это просто протянув ему каталог. Да, каталог мы можем как давать физически, да, ну, там, где мы бываем. У меня всегда в сумочке есть несколько каталогов. Текущий и на следующий период. И там, где я бываю, решила какой-то свой вопрос, я всегда оставляю протягиваю человеку каталог. Я говорю, вы видели последний каталог от Oriflame? Мне не важно, что он скажет, да или нет, я уже его протягиваю. И когда мне человек говорит, я такое уже видела, ну вот этого вы точно не видели. И протягиваю следующий каталог на следующий период. Вы посмотрите, я через пару дней зайду забрать этот каталог. Вы будете на месте? Ну, это к примеру, да, мне этот человек нужен для того, чтобы, неважно, купит он, не купит, для того, чтобы предложить ему еще возможности бизнеса. Если мы не можем, например, по каким-то причинам сейчас пойти физически протянуть этот каталог, у нас есть на сайте электронный каталог. И мы можем предложить этот каталог, ну, кому прежде всего? Конечно же, нашим знакомым, потому что нам проще с ними общаться. И через продукт людей пригласить. То есть сначала заинтересовать их продуктом, а потом уже рассказать им про бизнес. Ну, но только не откладывая это там на куда-то, вот, ну, пускай он чуть-чуть попокупает, у меня нет. Я сразу же всем предлагаю возможность бизнеса. А человек уж сам выбирает, надо ему это или не надо. Смотрите, вот типы встреч, да, как мы встречаемся с людьми. У нас может быть один на один, ну, то есть это когда вы просто общаетесь с вашим знакомым, или там чат на троих, когда вы приглашаете спонсора. Вы можете приглашать ваших людей на встречу к вашему директору. Я уверена, что все директора проводят свои встречи, у них есть определенный день. Мы, например, в Zoom проводим наши встречи, куда наши консультанты могут приглашать своих гостей. И такие встречи очень эффективны. Да, если мы не можем куда-то физически переместиться, то онлайн мы можем всегда проводить такие встречи. Кроме того, я, например, очень любила еще, моя любимая методика работы – это сессию по уходу. Раньше я их проводила в офисе, я даже не только сессии, я домой приглашала своих знакомых на тестирование нашей линеечки на Veg. Ну, конечно, хороших знакомых с улицы людей, конечно же, не будем приглашать. Сейчас это можно делать онлайн, проводить встречи. Обратитесь к вашему спонсору, к вашему директору, я уверена, что они проводят такие встречи. Ваша задача просто пригласить туда людей. Ну и соцсети, мы уже чуть-чуть об этом говорили, что сейчас практически у всех есть аккаунты в соцсетях, и в соцсетях огромное количество людей есть.
как работать в соцсетях, самый-самый распространенный вопрос. Ну, во-первых, прежде чем кидаться на холодный рынок, отработайте в соцсетях ваш теплый рынок. Ваших знакомых, да, ваших бывших однокурсников, одноклассников, людей, которых вы знаете. Вам будет уже проще. Да, потом уже обращайтесь к незнакомым. Если говорить о холодном рынке, как мы работаем? Прежде всего, конечно же, у вас должен быть аккаунт, он должен быть правильно оформлен. Также вы можете обратиться к вашему спонсору, он обязательно даст вам рекомендации, как оформить аккаунт. Что мы там делаем? Создаем хороший контент. Что такое хороший контент? Самое простое, да, что мы можем делать, мы можем делиться своими эмоциями по использованию продукта, мы можем делиться историями своего успеха. И успех – это не обязательно чек с семью нулями. Да, успех у каждого свой. Вы заработали 20 тысяч рублей – это уже успех, и вы можете поделиться этим с людьми. Вы пользуетесь качественными продуктами по уходу за кожей лица, вы уже можете поделиться. Вы использовали wellness и, например, похудели, или стали лучше себя чувствовать, принимая wellness pack. Вы тоже можете записать маленькую историю, снять видео и выложить это в соцсетях. Кстати, новичкам я тоже рекомендую. Вот я прям так говорю, так, получаем первый заказ. Как правило, в первом заказе человек обязательно что-то для себя заказывает, да, чтобы он хотел, да, и я говорю так, вот просто запиши коротенькое видео об тех продуктах, которые ты получила, ту же там распаковку заказа или эмоции от использования продукта. Ну вот сейчас очень классно записывать видео, у нас столько продуктов вообще суперских, и помада для бровей, да, и помада, которая не оставляет отпечатков. И вы знаете, у новичка это вообще очень классно работает. У меня люди приходят, девушка пришла в сторис, просто выложила, купила тушь себе и выложила коротенькое видео в сторис в Инстаграм. Потом мне пишет, Ира, мне 5 тушей заказали. Почему? Потому что ее знакомые, да, они не в Орифлейм еще. Они не видели этих продуктов. Но они ей доверяют, да, люди всегда любят покупать по рекомендациям, особенно сейчас, да, прежде чем что-то купить, мы всегда читаем какие-то отзывы, и только после этого покупаем. Вот очень простой и действенный способ привлечь людей. Дальше, для того, чтобы увеличивать свою аудиторию, что нам нужно делать? Я не работаю спамом, я не работаю 10-5 страницами. Ну, максимум, что я рекомендую, там одна личная страница, личный бренд, другая рабочая страница, это все. Вот все остальное, 10, там 20, 50 страниц и рассылка спама, я так не работаю и не рекомендую работать. Почему? Потому что это кроме как раздражения ничего не вызывает у людей. Несколько лет назад это хорошо очень работало, сейчас это уже не работает. Мало того, я ужасно не люблю шаблоны. Вот когда одно и то же все рассылают, я всегда стараюсь какое-то индивидуальное сообщение сделать. Ну, если это мои знакомые, да, я уже немножко понимаю, что им нужно, что вообще им интересно, и как бы сообщение составляю таким образом, чтобы заинтересовать человека. Вот одно и то же, когда все рассылают по соцсетям, ну не работает это. Мало того, те люди, которые даже, может быть, придут, но они у вас не задержатся. Как качественно работать и правильно? Ну вот как мы в офлайн работаем. Мы же не подбегаем на улице вообще просто к человеку и не пытаемся ему там что-то продать или пригласить в Орифлейм. Мы пытаемся сначала с ним заводим, ну то есть создаем какую-то
интригу и налаживаем отношения, и только потом уже приглашаем в бизнес. Вот то же самое, собственно, мы должны и делать и в соцсетях. Да, конечно, в офлайн гораздо лучше статистика, потому что нам проще воздействовать на человека, он видит нас, да, мы видим его эмоции. Когда мы работаем в соцсетях, конечно же, здесь мы, ну, гораздо сложнее, здесь просто немножко другая статистика, здесь больше нужно делать обращений. Но опять-таки, я не рекомендую просто всем подряд вот слать сообщения, знакомьтесь с людьми, как с ними знакомиться. Заходите в интересующие вас сообщества, ну, то есть те сообщества, которые вам интересны. Ну, я не знаю, это может быть там путешествие, там, здоровый образ жизни, лайкайте сообщения, которые люди пишут. Заходите, всегда есть список участников групп, ну, например, если про контакт говорить, там есть список участников группы. Вы можете просматривать, я как делаю, выбираю лица, которые мне симпатичны, захожу на аккаунт к человеку, смотрю, значит, что у него там, какие-то, лайкаю фотки, пишу комменты. После, ну, как правило, люди, да, заходят на вашу страничку посмотреть, а кто это вообще, им интересно. Не, ну кто-то может никак не отреагирует, а кто-то тоже вам лайк поставит. И тогда вы уже можете с этим человеком завязать разговор. А вот когда просто... Я честно скажу, я сразу людей, мне много у всех получаю сообщений, открыта ли я к, значит, к общению, открыта ли я там к новым возможностям, при этом человек у меня не в друзьях, вот просто первое же сообщение, и люди у меня отправляются в бан. И так делают большинство. Поэтому вот просто тупая рассылка всем подряд – это потраченное зря время. Реально интересуетесь людьми. Ужасно бесит. Я опрашивала даже своих знакомых, вот как они реагируют, когда незнакомые люди обращаются с каким-то предложением. 100% люди говорят, что человек отправляется в бан. Мало того, бесит еще, знаете, такое лицемерие, что я зашла на вашу страничку и вот просто зависла. Вот вы такой интересный человек. И знаете что? И человек мне предлагает Oriflame. И тут, понимаете, получается, что он вообще никак мною не интересовался, просто подряд всем было разослано. Это еще больше всех бесит и раздражает. Поэтому точно так же, как в офлайн, вот точно так же мы работаем онлайн. Налаживаем сначала отношения с человеком, а потом уже делаем ему предложение по бизнесу. Так, ну это вот здесь как варианты, да, спасибо за лайк на моей страничке. Ну кто-то к вам зашел, поставил вам лайк, надеюсь, тебя заинтересовал мой пост. У меня есть для тебя предложения и возможности, почему бы не попробовать их лично. Ну это вот касается больше продукта сообщения, да. У тебя есть аккаунт WhatsApp, у нас с тобой много общего, и я хотела бы поделиться с тобой своим опытом об этом бизнесе. Ну, тоже вариант. Так, смотрите, на сайте у нас есть великолепный инструмент. Не обязательно, вот для того, чтобы онлайн приглашать, не обязательно там иметь свои сайты. На сайте Oriflame все есть. И там вот у вас есть виджет по рекрутированию. Это есть у каждого консультанта. Да, заходите в раздел рекрутирования, виджет по рекрутированию. И вот я мне красным выделено, это ваша ссылочка. Вы можете делиться этой ссылкой на своей страничке, вы можете отправлять эту ссылку по электронной почте, в личных сообщениях, в соцсетях. Человек, как, то есть, ну, естественно, предложение писать, да? Человек, когда нажимает на вашу ссылку, он может сразу же зарегистрироваться, да? Потому что там уже автоматически ваш номер стоит. И смотрите, у нас еще появился совсем новый инструмент, он называется «Шаги к успеху». Кто его уже посмотрел? Да, вот буквально вчера у нас появилась такая классная штука. Это очень-очень интересно для новичка, причем не надо ничего изобретать. Просто
человек последовательно проходит шаги и вникает в суть бизнеса. То есть, выполняя простые задания, но, безусловно, что что-то ему будет непонятно, поэтому вы должны быть вместе с вашим новичком. То есть, сказать, что да, смотри, ты начинай выполнять, а что-то непонятно, сразу там мне пиши, звони, я тебе все это объясню. Но, по сути, вот проходя все шаги, человек уже делает, получает определенные навыки и, собственно, уже может продвигаться в бизнесе. Ну и давайте теперь поговорим про возражения. Сейчас я Игорю Викторовичу запущу. Ну, интересный сегодня вебинар, а? Сегодня мне самому понравилось. Не знаю, понравилось ли вам. Вот, ну давайте поговорим теперь о возражениях. Вы какие возражениями сталкиваетесь? Давай, какие у вас, если вы сейчас рекрутируете, то у вас должна быть список возражений, что вам люди-то сегодня говорят, да? Потому что те возражения, которые были там 20 лет назад, когда мы начинали бизнес, были одни возражения. Те, которые сегодня, другие возражения и так далее. Но сегодня рекрутинг получше идет, полегче и поэффективнее. Почему? Потому что многие потеряли работу или сидят на самоизоляции, хотели бы с компьютером повозиться и где-то что-то заработать. Многие, вот, например, приостановили бизнесы, там, рестораторы, владельцы кафе. Вот с этими ребятами можно поработать. Вот. Так, давайте, какие вам возражения? Напишите, вам возражают люди или у вас все регистрируются, кому бы вы не обращались, все у вас регистрируются, все выстраиваются в очередь, дерутся за место в очереди. Вот, у вас уже запись на рекрутинг на сентябрь 2021 года. Вот, пишите, какие у вас возражения. Давайте минуту я вам дам. Так, если Oriflame не интересно, что это такое, если Oriflame не интересно? Это вопрос, это возражение или что это, если не... Опять Oriflame, да. А, ну да, снова и опять. Смотрите, ну давайте с этого начнем, а вот если Oriflame не интересно. А, понял. То есть вам возражают. Если это Oriflame, вы начинаете разговаривать с человеком, то не интересно. Вот, ну, я рекомендую в этот момент узнать, а что, собственно, конкретно вам неинтересно в Oriflame, потому что, вы знаете, мы знаем массу примеров людей, которые сотрудничают с компанией, зарабатывают хорошие деньги, пользуются высококачественной косметикой, путешествуют по миру. Вообще, что здесь в этом может быть неинтересно, да? Что конкретно вас не устроило в Oriflame? Я задаю встречные вопросы. Вот, поэтому, если вам вот такое возражение приходит, если Oriflame не интересно, ну, во-первых, здесь могут быть два варианта. Первый вариант, человек просто поиздеваться над вами хочет и посмотреть, что вы будете делать, да. Вот неинтересно и все, но когда вы просите объяснить, что конкретно неинтересно, чтобы он аргументировал, почему у него отсутствует интерес, вот, как правильно, он начинает там что-то, значит, либо объяснять, а... объясняю, он тут же раскрывается, да, в его скрытых вопросах. Вам нужно вообще еще раз вернемся, что к основам, да, что такое возражение. Возражение — это скрытый вопрос. Возражение — это его переживание. Возражение, ну почему это скрытые комплексы самого человека? Потому что вот когда я показываю свой чек, один из последних, там на 2 400 000, это Oriflame, они говорят, ну это вы такой, это вот вовремя начали, вы вовремя успели, да вам просто повезло, и так далее, и так далее. Я говорю, во-первых, я говорю, везет тому, кто везет, а во-вторых, почему вы думаете, что у вас-то это не получится, вот такой чек заработать и так далее, и так далее. То есть, как правило, люди либо начинают, а вот просто неинтересно и все, а вот неинтересно, и чтобы вы не сказали, а вот и неинтересно. Ну, тогда пошлите его к чертовой бабушке и все, и закончим с ним. А вот если он скрытый вопрос задаст, да, ну, неинтересно, потому что, и он начнет говорить, неинтересно, потому что у людей нет денег. Неинтересно, потому что нужно было вовремя начинать. Неинтересно, потому что у меня нет таких знакомых. Неинтересно, ну и так далее. Этот список можно продолжить, там 5-10 возражений, он вам расскажет. Они их уже известны в букваре по MLM. Они
написаны. То есть, когда человек говорит, это неинтересно, значит, почему ему неинтересно? Да потому что он что-то сам не умеет в этой сфере делать, да? Или опасается этой сферы, или никогда не работал, и так далее. Поэтому выявите, почему неинтересно. Он вам сам расскажет, почему нет. И вам это и надо, да? Чтобы с ним вступить в полемику и как бы показать ему, собственно говоря, почему он только в этом сфере и должен работать вместе с нами, и до этого все, что он делает, просто заблуждался. Так, поехали дальше. Где тут было неинтересно? Вот, ну, например, Елизавета пишет. В стране кризис, денег у народа нет. Открою вам страшную тайну, деньги у народа. И только у народа. И человечество вообще единственный вид на Земле, у которых есть деньги. Если вы наблюдательны, то у всех остальных 3000 видов, или сколько их там, да, вот, денег не существует. Поэтому деньги только у людей. И, судя по всему, деньги огромные. Только 12 триллионов рублей сейчас люди, вот, только в период коронавируса, на руках. Вот сегодня я читал в Яндексе сообщение. Люди наличные себе почему-то поснимали с банков. Я, например, не пользуюсь наличными вообще, потому что на них, как говорят, могут быть какой-то там вирус и передаваться наличные деньги. Я пользуюсь только он картой плачу, нигде уже 8 месяцев. Вот, а люди почему-то снимают наличные с банков. Вот написано с Центробанка, что 12 триллионов сняли наши россияне с банков и под подушкой, видимо, хранят. Не знаю, зачем. Вот. Поэтому, смотрите, деньги у людей. И есть вопрос в том, что люди всегда... Деньги для чего? Деньги – это средство обмена. Чтобы понимать, что такое деньги, и почему одни из нас зарабатывают много, другие не так сильно много, по одной простой причине. Мы получаем деньги за то, что приносим на рынок ценность. В любом виде, да, в виде услуг, товаров, в виде каких-то вещей, которые ценны для людей. И деньги – это просто эквивалент обмена. То есть, вот раньше, если мы пойдем в историю сегодня, в полемику денег, не было когда-то, были времена, когда не было денег. Был просто бартер, обмен. Ну, например, была рыночная какая-то площадь, на которой люди свозили свои вещи. Это очень похоже на торговлю поделками в школе, да. То есть, вы меняете. Вот у меня в школе было, когда я учился в спецшколе, у нас был такой рыночек. Еще в Советском Союзе, когда что-то нужно было, изделие какое-то сделать дома, поделку, и принести на этот рынок в школу, и там ты не деньги получал, а менялся именно. Ну и как-то вот таким образом что-то было интересно, да. Так вот, люди несли свои, там, рыбак рыбу, кузнец, там, гвозди, кто, доктор свои, там, микстуры, и все это они менялись, вот кто-то за рыбу получал, там, количество шурупов каких-то, ну и так далее, так далее. Ну, я условно говорю. Потом люди для удобства придумали золото, ну, тяжело таскать, да, значит, могут ограбить там. А потом придумали деньги, как эквивалент, вот примерно это столько-то, бумажка будет равен столько-то золоту, и вот они меняются между... Но смысл остался тот же. Если ты пришел на эту рыночную площадь без ничего в руках, без товара, без услуги, то, собственно, почему и зачем с тобой на этом рынке меняться, да? То есть, если у тебя ничего нет и в руках, это ничего не представляет, значит, с тобой незачем и меняться. Поэтому деньги, вот когда вам говорят, у людей нет денег, вы говорите, деньги у точного народа, вот, по-разному, и, конечно, по-разному, но деньги у народа, и именно этот народ, люди, они как бы тратят эти деньги на разные вещи. На продукты питания, одежду, обувь, на косметику, на средства гигиены, ну и так далее. Поэтому деньги у людей есть, и мы будем участвовать в этом рынке. Мы будем обменивать деньги на товар, товар на деньги, и снова на деньги на товар. И будем привлекать людей, чтобы они тоже обменивали деньги на товар. Мы с тобой будем зарабатывать, будем, и люди будут богатеть, и компании, и мы. И люди будут довольны пользоваться губной помадой без отпечатков на чашке и на вот этой воротничке белом. Так, значит, неинтересно, опять Орифлейм, да, и снова Орифлейм. Кстати, вот, ну опять Орифлейм, у вас так много людей, ну так вы не задумывались, если я обычно говорю, когда с людьми, вот, с возражениями работаю, говорю, вы не задумывались, своему контрагенту, вот, с кем я беседую, что если так много этим занимается, ну не дураки ли все эти люди, может быть, это всем так много надо? Я бы, например, насторожился, если бы я работал с товаром, которому никому ничего не надо, вот, эксклюзивный товар, который никем не распространяется, никто не производит, ничем не торгует. Может быть, вообще не востребован на рынке. А раз так много этим занимается, значит, собственно говоря, это хороший товар. Многим нравится этим заниматься, поэтому добро пожаловать, да? Так, это я ответил. Дальше. Ой-ой-ой, только не Орифлейм. Ну, ой-ой-ой, а что такая у вас реакция? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не Орифлейм.
Психоз какой-то, ой-ой-ой, не Орифлейм. Ну вот надо выяснить, а почему ой-ой-ой и Орифлейм? Опять же, всегда задавайте встречный вопрос, а почему ой-ой-ой и только не Орифлейм? Пускай вам человек расскажет, почему нет. Да? А вы ему почему да, он вам почему нет, вы ему почему да. И вот ваша задача довести человека до собственного абсурда в своих возражениях, чтобы он уже просто либо согласился, либо сошел с ума. Вот, ну я пошутил, конечно, насчет с ума. Так, Юлик, Орифлейм не буду, аж рассмешили. Ну, а чем мы вас рассмешили? Вот вы знаете, вы всегда говорите, ведь что такое Орифлейм? Это продукция, маркетинг, люди, да? И история людей. Вы всегда рассмешили. А чем мы вас рассмешили? Ну, давайте посмотрим, чем мы вас рассмешили. Смотрите, я знаю многих людей, которые в Орифлейм действуют по этому плану успеха. Это называется топовые лидеры. Вот они в Ютубе, вот они на фотографиях. Наберите в Яндексе, банкеты директоров чеки. Вот они держат в руках эти деньги, им компания это перечисляет, они каждый каталог зарабатывают. А чем мы вас насмешили? Вот, а пускай тоже расскажут, чем насмешили. И когда она вам говорит, чем они насмешили, опять вы получите скрытые комплексы и вопросы, почему ее, собственно, это смущает. Вот, дальше, что мы еще имеем? Понятно, так, да, еще говорят, что уже все в Орифлейм, но все в Орифлейм не будет никогда. Объясню почему. Во-первых, много людей задают дурацких вопросов, и их смешит, почему Орифлейм. Это на меня радует, потому что если бы действительно все поняли, что это очень здорово и классно, то все бы, весь рекрутинг закончился в течение недели на всеобщем, значит, регистрации в Орифлейм всей Российской Федерации, всех 150 миллионов или сколько нас там. Вот. И все бы зарегистрировались в одночасье, и все зарегистрировались, и все. Но, к счастью, вот смотрите, я подписался в Орифлейм, мне было 28 лет, сейчас 53, я до сих пор регистрировался, вот сегодня двоих подписал. Люди растут. Сегодня я регистрирую людей, которые не могли зарегистрироваться 24 года назад по одной простой причине, они тогда еще не родились. Поэтому ротация людей все время происходит, кто-то уходит, кто-то умирает, кто-то рождается, кто-то взрослеет, кто-то не мог тогда, потому что был слишком маленький, а теперь подрос и может. Всегда вы будете регистрировать, пожизненно, если будете регистрировать. И почему надо еще регистрировать, вот, чтобы я не забыл? Потому что потенциал новичка никогда вам не известен. Пути Господни неисповедимы, вы никогда не можете знать, кого вы подпишете завтра. Это может быть Игорь Капустин, это может быть Перфилевы, там, ну любой лидер, да, который, человек, которого вы не рассказали, который подпишете завтра, он может стать вашим лидером номер один в вашей команде, да? Поэтому всегда разговаривайте с людьми. Никогда нельзя знать. Вы не Господь Бог, и вы не знаете. А вот вы точно не получите никого, если не будете разговаривать с людьми. Я удивляюсь некоторых людей, которые много лет работают с компанией и даже перестают рекрутировать или там приглашать новичков. Новичок всегда, всегда азарт, всегда кто-то новый может оказаться кем-то неординарным, талантливым, не выдающимся, потрясающим лидером вашей организации. Вот у вас точно никогда. Но даже если он придет, хотя бы просто один раз что-то купит, вы уже заработаете деньги. А если это лидер? А если это мощный лидер, который построит организацию в несколько тысяч человек? Вот у меня Марина с Ильей под Барселоной дом купили. Организация 30% от моей ветки, да? Порядка там 25 тысяч человек. Хорошо. Да еще говорят, что уже все... Это уже мы разобрали. Даже смешно становится, когда так говорят, смешно, да. У людей все еще аллергия. У людей какая аллергия? Насчет продукции и аллергии на продукцию. Смотрите, наша продукция гипераллергенна, испытывается на добровольцах. Мы не испытываем продукцию на животных. И на ромашку тоже может быть аллергия. Значит, аллергия это очень индивидуально. Если у вас вдруг случилась у клиента аллергия, ему нужно сдать анализы на аллергены и посмотреть, что это его раздражает. Потому что бывает на миллион человек все хорошо, а какой-то ингредиент, какая-то травка подействует на человека как аллерген. И это индивидуально его проблема, да, надо будет ее решать через доктора. Вот, временем нет, заняты очень. Смотрите, миллионы людей заняты очень. Очень сильно заняты. Каждый божий день они идут на работу в метро, толкаясь в час пик, и они очень сильно заняты, у них много кредитов, они понабрали кредиты на машины, на девайсы, на телефон, они очень сильно заняты. А вообще, черт знает, чем занимаются, все в долгах, как в шелках, мало зарабатывают, но очень сильно заняты. Но я всегда спрашиваю, а чем вы, собственно, занимаетесь так, что у вас такие проблемы? Я просто спрашиваю, есть ли у вас кредиты? Сейчас кредиты, знаете, сколько, кого не спросишь, у всех кредиты в банках. Кредит на кредит, чтобы отдать предыдущий кредит и так далее. Люди вообще экономически неграмотные, берут кучу всего, всяких на себя грузов, которые тащат. Нужно иметь подушки, нужно иметь резервы какие-то, нужно иметь возможности...
значит, думать головой и не брать, вообще посмотреть на свою семью, на свой доход, как на маленькое предприятие, да? У вас не должно быть долгов, у вас должна быть подушка, и у вас должна быть перспектива развития и хороший бизнес в руках. Вот. А если у людей нет времени, ну, вы спросите, какой доход они получают от того, что они так заняты. Как правило, все, кто занят, очень много зарабатывают. 1020 рублей, а мечтали о 50 тысяч, да? Вот. Я знаю все эти вещи, населенные пункты, где вы работаете. Я точно знаю, что там средняя зарплата там 15-20 тысяч рублей в лучшем случае. Вот. Но очень все заняты. А вы спросите человека, не хотел бы он зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц? Да, он скажет, ну таких зарплат нет, Вася. А у нас не зарплата, у нас доход, у нас возможности. Поэтому смотрите, если вы начнете хотя бы 3 часа в неделю серьезно тратить на Reflame, вы можете свои 20 тысяч заработать с лету. А если каждый день начнете работать, то будет 100 тысяч. А если будете заниматься периодически от случая к случаю Reflame, то будет от случая к случаю немножко 15 тысяч рублей. Там, да. Так, встретилась с возражением, это для... это для домохозяек. Нет, у нас есть ролики в YouTube, мужской бизнес Reflame, где на сцену выходит 100... Игорь Викторович, мужчин. Я не, разве я похож на домохозяина? Ну, я дома доживу сейчас, но и домохозяин. Я, кстати, на даче сам водопровод спаял, присоединил стиральную машину, посудомоечную, тумбочку собрал, телевизор повесил. Ну, то вот домохозяин, работаю дома по всяким разным, но и звоню людям. Вот, поэтому не для домохозяек, еще и для мужчин, очень много мужчин у нас работает. У нас, кстати, очень много мужчин работает. Посмотрите, мужчины в Reflame в YouTube, наберите там и покажите. Так, нет, спасибо, как такое отвечать? Что нет, спасибо? Так, возражение, нет, спасибо. Что нет, спасибо? Вот так и спрашивайте, а что нет, спасибо? Надо узнать, что нет, спасибо-то. Вы денег хотите. Простой вопрос. Деньги людям нужны? Вам деньги нужны? Спрашивайте. Вам деньги нужны? Нужны, но не таким способом. Нет, спасибо. А что вас смущает? Задавайте встречные вопросы. У всех, кто вам возражает, еще раз повторяю, и всех, кто не регистрируется в Reflame, скрытые вопросы, комплексы, проблемы и отсутствие навыков и умения работать в этой сфере. Поэтому это ваш человек, кто вам возражает. Он просто боится. Ну, понимаете, люди боятся иногда. Вы же тоже, я вам скажу сейчас, вы поведете Боинг завтра утром со 120 человеками на борту в город-герой Аликанте, например, да? Или там в Тель-Авив, или там, например, я не знаю куда, в Сочи, да? А вы летать не умеете. Ну, вы поведете, что вы сделаете? Вы сбежите, наверное, да? Зачем вам такая ответственность вообще? Да и вам-то жить хочется. Поэтому, естественно, люди сталкиваются с чем-то новым, у них какие-то мифы, слухи, свои собственные мнения, заблуждения. И вам с этим надо работать. Вы как доктор, психотерапевт, нужно вскрыть черепок и там поработать с мозгами. Почему у человека... Ну, смотрите, как можно возражать против этого? Слушайте, великолепная косметика. Готовый бизнес-план, выплаты на карту и даже сейчас этот Рокетбанк или как его там... Рокетбанк сам уплачивает налоги за самозанятых. Слушай, ну все, ну вся модель под ключ. Сиди, разговаривай, зарабатывай, трать. Все. Очень удобный бизнес, простой. Какие тут могут вообще возражения? Я вообще не понимаю людей, которые в Reflame не работают. Как так можно вообще? Удивительно. Утром в 7 утра на работу, час пик. Вечером с работами. Потом выходит на пенсию в 15 тысяч рублей и жалуется на жизнь. Поэтому идите к своим знакомым, еще раз давайте начнем работу над ошибкой. Еще раз разъясним людям, почему они должны все бросать и работать с Reflame. Ну, не обязательно все бросать. Пускай попробуют параллельно, пускай как хобби, пускай в свободные часы, пускай продаст первую губную помаду, первый шампунь, пускай подпишет первого человека. Им понравится. Годами потом будет этим заниматься. Летать на конференции. Когда эта пандемия чертова пройдет. Ну вот. Я вам нормально рассказал, нет? Вам понравилось или что-то еще, какие-то вопросы есть? Что-то вы застыли. Напишите что-нибудь. Да будем, наверное, заканчивать сегодня. Потому что на самом деле возражений всего, вот сколько я работаю, ну их 12-15 возражений. Все. Нет денег, это не для меня, только я не Reflame. И они даже скучно становятся, что они вот... Вот. Вот, значит, поэтому не комплексуйте, идите на рынок, разговаривайте с людьми, работайте с возражением. Даже это интересно, пободаться
пободаться с людьми, что они там думают про этот вопрос, про Oriflame. А что, я просто, а что вы думаете про Oriflame? О, и они вам все расскажут, почему они работают. Они только мне и нужны. О, это мой хлеб, мое возражение. Я сразу начинаю. Тут-то он и попался мне. Ладно, спасибо вам, значит, за встречу сегодняшнюю. Надеюсь, она была вам полезна. Сейчас домашнее задание. Подумайте, кого вы еще сегодня можете позвонить и спросить, почему они в нашей компании, собственно, не работают. Послушайте, что они вам скажут. Это ж так интересно. Расскажут, что они, почему они не будут. Да потому что боятся или что-то не умеют. Вот и все. А дети, дети. Вы их возьмите, научите, воспитайте, обучите. Вы станете богатыми, и они заработают тоже. Ладно, спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Мы пошли дальше ужинать. Тоже должна быть война войной, обед обедом. Вот. И вам всего хорошего. Приходите, пожалуйста, на наши встречи, приводите дистрибьюторов, одни приходите, я вас всегда рад видеть, но если вы приходите с консультантами, это уже работает с геометрической прогрессией. Вам спасибо, всего самого хорошего, новых рекрутов, новых званий и хорошего настроения и энтузиазма в нашем бизнесе. Без этого никак.